говорит интернет. Я думаю, что желатин должен прекратить бросаться вилками. О боже, как же жестоки эти молекулы рвоты. По мне, пирог должна начать пользоваться моим запатентованным спреем от вилок. Леденец, нам нужно поговорить об этих молекулах рвоты. Ты думаешь, что они снижают мой интеллект, но чисто вообще сдерживать себя? Лай, нет. Ме, она это и раньше делала. Вот это поворот. 4, мне это не нравится, ты можешь засосать ее. Вот. О, да! Невозможно! Вот она как быть в космосе. Ну да, маленький серый зигзаг. Ты говоришь мне, что ты никогда не была в вакууме космоса? Неа. Пила, в космосе весело. Если ты посмотришь туда, то ты...